Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, в Библии, в Слове Божьем говорится о прославлении Бога на струнах и органе, на духовых инструментах, на струнных инструментах, на разнообразных инструментах мы славим Господа, Бога Всемогущего. И самый известный, конечно, сейчас инструмент в христианстве – гитара. Прославляем Бога Всемогущего, и пусть действительно и своими голосами, и вот на разных музыкальных инструментах славится имя Христово, имя Господне. И здесь, на Кловской, проходят наши богослужения каждое воскресенье. И если вы музыкант, если вы играете на каких-то музыкальных инструментах, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, напишите мне. Буду очень рад с вами дружить, сотрудничать. Хотя я сам не музыкант, я художник. И мое средство выражения – это краски, холсты, живопись, графика, в основном пейзаж. Но я очень люблю музыкантов, уважаю очень высоко музыкантов, которые действительно выражают себя, свои чувства, то, что внутри Бог уместил на струнах, на духовых инструментах, на разных музыкальных орудиях этих инструментов. И если вы хотите славить Господа, прославлять Его на музыкальных инструментах, приходите на богослужение, буду очень рад. И здесь да будет действительно оркестр, музыкальное такое сопровождение, служение и прославление на струнах, органе, на кимбалах громогласных, там, на кимбалах, там, то есть в песнях, на музыкальных инструментах, да славится имя Господне, имя Иисуса Христа. Благословляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. И вот здесь сегодня привез гитару. Я сам не играю, но вот эти звуки, эти волшебные звуки просто, пусть они славят Господа Иисуса Христа. Музыкальные инструменты различные. Вот, и пусть прославляется имя Господне. И сегодня будет, как раз, сестра, которая обещала спеть, сыграть псалмы некоторые, вот, спеть. И это очень замечательно, когда мы действительно прославляем Господа. Великий реформатор Мартин Лютер говорил, немецкий реформатор, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий христианин, прославляющий Бога, восхваляющий Господа христианин. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам! Аллилуйя!